Вот нам надо, предстоящее, когда будет-то? Нихера себе цвет, 45 тысяч долларов. Задние приводы боком, зимой можно давать, главное в кювет не улететь. С режимы природы тяги реактивной. Подожди, Аля, позвоню я ему. Она красивая, брат. Через 40 минут играется? 2019 года. Но это не кабрик, брат. Это компетишн или нет, брат? Кто разбирается в них? Алиасхаб, провери эту машину, слышь? Пацан, бомжер, провери ее, брат. Черный салон, пи***ц, не хочу, брат. Она не компетишн, да. Ну давай, Портленд, Орландо, да, это? Я понервничал. Где ты находится? 4 месяца ждать. А***ть, она должна вот так плыть сюда. Отсюда Алжир, Испания, брат. Босния, Герцеговина, вот так. Она компет салон, смотри. Ты мой джигер, они могут менять салон, эби, братишка мой, брат. Это неизвестно когда. Вот кабрик, вообще целки машины они. Че тут, лобовой, давай Рената подкину, хотите? Бля, это вообще целка, 40 тысяч, 4 тысяч пробегов, вообще новая, 19-й год, охуенная. Бля, ну мы можем поиграть, знаете, как будто можем. Можем поиграть. Можем. Шамчир! А? Брат, ты где сейчас? Брат, короче, пиздец, что за лот вылез. Царапинами просто, даже ремонта нет, вообще нет никакого ремонта, понял? Брат, паси нету, 21 тысяча на копарде, брат, сейчас уже, но она вообще не царапнутая, не коцнутая, брат. М4, 19 год, 50 тысяч горбений, брат, 50 тысяч. Мили или километров? Километров. На впуске интейк, а, нихуя, в стоке она, брат, я наебал. Просто так, брат, может поиграем, брат, через 40 минут игра, прикинь. Кукла-машина, только знаешь, что минус, брат, на механике, блядь. Бля, нет, брат, умоляю. Бля, в пизду, нет, хуйня ебаная. Ладно, передумал, давай, брат, это долбоеб Глеб кинул, бля, он тупой нахуй. Он привык, что у него на механике его, блядь, машина. Блять, пацаны, скиньте, где есть нормально. И вот, чтоб через 40 минут игралось поправить, бля. Хочу сейчас копорт поиграть, не знаю почему. С этой машины, но хочу просто поиграть копорт. Нихера себе цвет! 45 тысяч долларов. Бля, вот, бомжир, если ты узнаешь, за сколько мы купили сегодня машину, брат, просто копик, нырь. Где-то сам. Короче, иди нахуй, блядь. Бомжир, сейчас меня все поймут, если я скажу, блядь. На любом языке скажу, все поймут, блядь. Вы заебали с вами секретничать, как нахуй, какого хуя вы все языки понимаете в чате, блядь. Вам не стыдно, блядь, взрослые люди, блядь, все языки мира в чате понимаете, блядь. Короче, пацаны, сразу говорю, смысла нет машину из Грузии покупать, потому что она уже въебана. И она дорогая, 45 тысяч долларов, брат. Откуда вот у нас такие бабки? Вот такая нам нужна, брат. Ох, вох, беда Моутхан, брат. Охуеть. Не, брат, ей тотал. Мне кажется, он просто хуярил, брат. Ага, есть, а, ну, кянкуля. Бля, пиздец, брат. Это машины из-под пресса собрали. Бля, вот это хочу поиграть. У нее всего лишь мануальная трансмиссия. Да я ваш рот ебал, вообще. Куда ты закрыл? А что я закрыл? Вах, бля, ебать, цена хорошая. 60 тысяч километров пробег. Автомат Big D Club. Это ёб твою все, брат. Это пиздец машина. Бля, вот такую хочу. Подарите, прошу, такую мне, умоляю. Бля, салон хуйня, бля, наш лучший, бля. 34 тысяч долларов, 2K. Бля, у него бы винт стрельнуть, пиздец поправить. Да нахуй вы мне кидаете в Грузии машины ставить? Нахуй они мне нужны, блядь? М4 Competition. Нахуй они мне нужны, брат, они все биты, такие же перебитые, с копорта привезенки, блядь. И так же продают они, блядь. Нахрен они мне нужны, блядь? Вот эта машина в пути, в конце мая будет здесь. Блядь! Охуенная, брат. 20 тысяч долларов, все как мы любим, блядь. Че написано, бомжир, переведи, блядь, не умею читать. На грузинском, я только понимаю и разговариваю. Блять, ствол машины нахерен, блин. Сильно ударен или нет, бля, не могу понять. Да под какой лирикой, дура ебаная, блядь, я не принимаю такие... Здорово, как вы, мои братья, соскучился, я вам знаете, бля, буду, думаю, три продать или остить. Долбоёб, бура. Ватерфлуд, иди да нахуй, блядь, своим ватерфлудом, блядь. В Америке нету роботов. Схуяли нету? Вот же робот. Коробка. Вот робот-коробка, вот, брат, я вижу ее. Да я не хочу, брат, я не хочу эту механику-коробку. Я не хочу черный на черном, брат, не хочу. Я хочу хоть одну машину, чтобы она у меня была не черная. Бля, брат. Бать цена, бля, вы бы знали, за сколько мы купили. Это просто пиздец. Клянусь вы, а в ахуе будете. Нету такого. Вот я весь автограф Вито знаю, брат, нету. Срочно глянь это. Да что там, брат, там уви... Вау, блядь, давай, давай. Она сейчас в процессе, да, давай. Давай, брат. Бомжер, пробей ее. Документы готовы или нет ее, бомжер? Бичуган, проверь ее, брат. Бичуган, ты тут?
А, бля, растаможка. Да похуй на грузинский, чё откинуть, поебать, блядь, похуй, давай. Бля, на купе шляпа, лар. Хуйня чистая, блядь, чистая хуй. Чёрный салон, бля, хуйня машина, бля, ебаный в рот, бля. 5000 миль пробег, бля, охуенно играем. Охуенная машина, брат. Бля, что вы сегодня играете? Давайте посмотрим просто сегодня за... Ты тупой, я только что ее открыл. Бля, охуенная машина. Бля, не пойму, хорошая или хуйня, не могу понять. Стой, точно скажу, брат. Стой, точно скажу, где эта хуй машина продается? ТН. Кто такой? Татьяна Николаевна, что такое ТН? Нашвилл. Нашвилл, прикинь. Бля, хорошо, не на свай, ебаный, на швар. Бля, долго будет идти, где-то 1.5-2 метра. Алло! Тутанхамон, ты тут? Тебя не слышно, брательник! Бля, да, пробег большой. Это competition или нет? Шамчир! Брат, пиздец, что тему нашел, брат. Клянусь, охуеть. Готов? Да. Брат, короче, через 19 часов играется новая машина, просто царапкины. Новая машина играется, 78 тысяч миль. Черная, на черных дисках, черный салон, брат. Ее подешевле, реально за копейки ее можно взять. Покататься и просто продать. Брат, М4 в Грузии, ну, не ценится, если честно. А какая ценится машина там? А, на М4, пацан, ебать, на М4. На зеленый. С тормозом, брат, полюб. Брат, короче, второй вариант. Клянусь, ты охуешь, надо демки смотри. Брат, смотришь, мой брат, смотришь? Смотри, смотришь, брат, охуеешь? На нее, брат. Давай тебе купим, брат, похуй, реально. Брат, не хочу, брат, ну правда. Смотри, милый брат. Аукцион активней, брат, активней! Хорошо, сейчас дай мне 2 минуты, брат, все, дай мне. Давай, брат, дай, читайте, давай, брат, ага, давай, на связи. Не хочет он, подожди, нахуй. Подожди, твой рот я ебал, блядь, чуть на всю не заругал. Шлюха ебучая, сейчас почти найду, блядь. Бля, это хуйня машина, блядь, не. И 35 минут играется, да я не успею даже подрочить за это время, блядь, какой 35 минут. Охуеть, брат, давай пригоним, почти не продадим. Блядь, для моей М3 надо одну проститутку снять, блядь, моя М3 нуждается, блядь. Блядь, да нахуя 500, брат, ебать, дорого стоит, брат. Какой нахуй 500, брат, я максимум за машину могу 3 миллиона дать, у меня... И то я скинусь с друзьями, блядь, по миллиону. Это Стаса машина, она едет, она живая, брат. Того рот ебал, вот эта машина, она пиздец едет, братес. Ба-ба-ба, бля, она на Кантаре, на красном салоне, мама ёбка именно, блядь. Пацаны, у меня сознание теряется, хавать хочу, умоляю, подожди. Сам. О, брат, ебать, машина охуенная у него, брат. Вот это пиздец она у него, ебучка, брат. На стейдж 2 она, бля, она знаешь как едет, брат? Вау, охуеть пробег маленький на ней. Бля, давай такую купим, шачира подкинем. Сколько стоит? Сколько стоит, брат, ее купить? Ебать на нее сам буфер стоит, блядь, Сколько? Да нахуй надо, блядь. Сразу говорю, я рассматриваю машину только за 3 миллиона. Вот нам надо, предстоящая, когда будет-то? Ты долбоеб? У него породы мать выебалась, брат. Брат, если подкидываете что-то такое, адекватное подкидываете, брат. Бля, извиняюсь, ребят, прошу, простите. Бля, похуй, от семерки жопа так. Ебаный придурок, блядь. Бедолагу на ГБО засунули. Даже его, блядь, даже ему экономию сделали, блядь. Ле, салам, ахэ, как ты? Вот. Заднеприводный боком зимой можно давать, главное в кювет не улететь. Есть режимы природы тяги реактивной. Подожди, Галя, позвоню я ему. Подожди, ха-ха, он ловит, я смотрю, Галя. Алло! Подожди, Галя, подожди, сейчас будет. Алло! Блядь, скинул, прикорить ЧСВ. Блядь, он не берет, сука! Блядь, пацаны, пиздец, Блять, я не могу ответить, нахуй ты звонишь, я сру. А, не обессудь твое объявление? Охуеть, ну и говно, бля, ну ты тип, чел, реально. Чел, мяу. Охуеть. Километр 90 тысяч. Ты будешь смотреть. Чё ты кидаешь? Ну чё ты кидаешь? Ты придурок! Вау, брат. Клянусь, если у меня будет один день много денег, реально. Так, обзор на еду от Сусутула. Сэндвич, это, пацаны, сушеное мясо, низкокалорийное, тоже сушеное мясо. Это какие-то зерновые флай-чипсы. Панир, сырники, бомбар без калорий, лимонад. Один банан, сырник, актимел. Короче, М4, что за М4 мы купили? Кто только зашел, не знает. Помнишь? Я уже
Грубо говоря, аванс на машину, грубо говоря. Ужасная. Бля. Что ты кинул, Йосип? Не, брат. Отвечаю, был бы даже вот тот вот, вот купе, я еще рассмотрел бы, но не купе, даже не буду. Не, брат, это невозможно, на такое невозможно шантировать, подкинуть, брат. Я отвечаю, ну все что угодно, меня простите, но такое, это пиздец, брат. Амаз! Ох, брат. Охуеть. Вот она внешне, на ее машину. Подожди, аба. Коврик, и смотри, как у меня в детской шмат белизи. Бля, салон ебучий. Иди выйди, посмотри на Мишке. Просто выйди и скажи. Потом ты мне сам скажешь, ты, блядь, мастер по резине. Смотри, 170, 275. Это пиздец. Бать, ебать, а что с ними, нахуй? Брат, это мать выебаная Мишки. Это резина, брат. По-братски, иди выйди, посмотри на Мишке. Как вам наша машина? Мишки, просто выйди и скажи. Потом ты мне сам скажешь, ты, блядь, мастер по резине. 170, 275. Это пиздец. Блядь, диски ее пиздец. Я поговорю с Авазом, если они там договорились как-то, то мы можем ее забрать, конечно. Но, блядь, мы не сможем там. Короче, я вам объясню. Аваз ее обменял на М2. И, грубо говоря, тот пацан на М4, он Авазу доплатил там энную сумму денег. И Аваз в голове саккумулировал, что если он ее забирает за энную сумму денег, то он на ней заработает энную сумму денег. Поняли, какая тема, блядь? Да. М2 сколько стоит? Ну, М2 стоило 11500. Этот пацанчик подошел, сказал, вот на, вот тебе такая сумма. Да, посмотрим, за сколько ее можно пихнуть. Посмотрим, братва. Бля, извиняюсь, ребят, реально, не обессудьте просто. Охуеть, блядь, хуя. А что, кабриолета больше нету? А, вот же, ебац, вот. Охуеть! За сколько, блять? Кабрик на ней, это именно WWW, бля, охуенно, бля. Летом дрифт на ней, пиздец. Выхлоп слышно, пиздец, бля. Да не знаю, брат, да нахуй мне вторая машина нужна, бля. Сейчас уже думаю, бля, куда я ее дену. Я не могу, это то же самое, что я сам у себя куплю, поняли? Это не получится, бля, это у меня у него купить, потому что такую, чтоб следующий владелец... О, знаешь, какая тема? Чтобы ему вышли в плюс. Да-да. Или нихуя не поняли вы? Ебать, вот это вообще ракетная машина. Блядь, интересно, как она боком идет, бля. Как у меня, мой кошмарик. По переезду после МСС очень ничего не подумал. Бля, пока еще нихуя не надумал, брат, по эту тему. Охуительно красивый, брат. Бля, вот это вот она, ствол. 19-й год, 50 тысяч пробегов. Бля, хорошая она, бля. Не, пацаны, как вам? Бля, вот это тоже красивая, знаешь, как у меня, понял, точно-точно машина. Короче, если я у Аваза покупаю эту машину... Там или Ренат, неважно кто, он с нее не заработает, он в минус уйдет, жесткий минус уйдет, поняли? Я не смогу у него купить, вот поэтому сейчас я смотрю новые какие-то. Я хочу либо М3 на механике, либо М3, либо М4 кабрик на месяц, на два покататься и все, и слить ее нахуй продать. Сезон, чтобы я успел и сезон, и не сезон покататься, такая тема, поняли? О, долбоеб, она двухлитровая. Бля, прикольно, когда кабрик боком идет вот так. Даже? Это Грузия, кажется, брат. Знакомые? А, нет, наебал.